Мы в Утренной Енисее за здоровый образ жизни и хорошую физическую форму, особенно летом. Поэтому прямо сейчас будем искать самые эффективные упражнения для сжигания калорий, которые можно делать где угодно, даже, например, в парке. Поможет мне подопытная Юля в спортивной форме и профессиональный тренер Светлана Воронова. Света, с чего будем начинать? Начнем мы с упражнения бурпи с таким забавным названием. Оно пришло к нам из армии. Упал, отжался. Нюхаем цветочки. Прыжок, хлопок над головой. Делать нужно примерно в таком темпе. Максимально быстро. И делать это упражнение минуту без остановки, затем 30 секунд отдых. И снова продолжайте. Таких 3-4 подхода можно сделать по самочувствию. Юль, повтори. Упала, отжалась. А следующее упражнение, которое основано на протоколе Табата, это приседание. Мы совместим присед и хлопок. То есть как это выглядит упражнение? Мы садимся в полный присед, отсюда прыжок и хлопок над головой. Снова полный присед, прыжок и хлопок над головой. Нужно это делать упражнение без паузы. Приступай. Юль, доседай. Полный присед делай. Колени разводи в стороны. Юля, пришло время отдохнуть и полежать. Ложись на спину. Сгибай ноги. И ставь их стопу к стопе. В два раза быстрее. Быстрее, 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 еще быстрее. Ты должна почувствовать пресс. Юль, ты отдохнула. Теперь переходим на следующее упражнение. И будет у нас упражнение со скакалкой. Делаем прыжки, динамики. Скакалка бьется у каждого в доме, я думаю. Здесь работают ноги очень хорошо, икроножные мышцы. И также мышцы рук, предплечья. На самом деле комплекс упражнений, мне кажется, очень эффективный, потому что я почувствовала, как работают мои зачатки мышц. Самое сложное упражнение для меня было упражнение бурпи, потому что там было много движений, нужно было прыгать, ложиться, пока у меня нет такой физической подготовки. Но это только пока. Занимайтесь регулярно и будьте здоровыми и красивыми.